Доброго времени суток, дорогие друзья. Сегодня мы поговорим про Huawei P50. Да, поговорим про этот девайс пока что авансом, пока он не вышел, но уже стало известно, что новые линейки P50, а именно, сейчас зачитаю, Huawei P50, P50 Pro и Huawei P50 Pro Plus могут представить 29 июля. Да, если информация действительно верна, то уже через несколько дней компания Huawei начнет рассылать приглашения на мероприятие. Напомню, что из-за санкций США компания Huawei была ограничена в производстве, то есть ограничена в компонентах для производства своих смартфонов, и поэтому линейка P50, а именно ее выход, был перенесен на неопределенный срок. И, как стало известно, если это, конечно, достоверная информация, пока она не утвердилась, дата 29 июля. Да, напомню, что аппараты ранее должны были представить уже этой весной. И как вы понимаете, что уже лето, и презентацию уже переносили несколько раз. И на этот раз перенесли это на 29-е, повторяю, в очередной раз, но, возможно, кто его знает, возможно, перенесут еще, но попозже. Да, после того, как перенесли весеннюю презентацию, все надеялись, что представят P50 вместе с Harmony OS 2.0, а именно 2 июня, которая уже прошла, и на этой презентации вскользь показали примерный дизайн, уже не примерный, а достоверный дизайн этого смартфона, и да, выглядеть он будет вот примерно вот так. В принципе, на презентации Harmony больше ничего не сказали. Если верить слухам, то в линейке будут представлены три модели: Huawei P50, P50 Pro, P50 Pro Plus. Впрочем, как и всегда. Да, новинкам приписывают фирменные чипы от Kirin. Неизвестно пока, то есть моя предполагаю, что это будет либо Kirin 9000 5G, либо же какой-то из смартфонов будет представлен на 4G, либо будет сделано отдельное ответвление, как сейчас это сделали с линейкой Mate. То есть есть линейка Mate с Kirin на 4G. Пока я не знаю, она еще не дошла до Европы. Неизвестно, есть ли на них Google сервисы, но в теории Huawei имеет право поставить на них на чипы 4G Google сервисы. Поэтому не исключено, что некоторые девайсы нового P50 будут также поддерживать и Google сервисы. И поскольку представили фирменную операционную систему Harmony OS, то она уже будет работать из коробки на этих девайсах. Впрочем, все остальное будет как по классике. Супер быстрая зарядка, дырявый OLED-дисплей с фасолинкой. И да, пиши в комментариях, что ты думаешь по этому поводу. Ну а с тобой был Дядя Бен. Желаю тебе всего хорошего и до свидания.